Рахмани Рахим. Я счастлив, что у нас этот день теперь в истории есть. Честно говоря, мы верили, конечно, в это, но не знали, возможно это или нет. Все это от Всевышнего. Я хочу сказать, напомнить, возможно, кто-то это знает. Когда орлы молчат, болтают попугаи. Очень долго черкесы, мои соплеменники, которые должны были громко заявлять о том, что у нас есть наша лошадь, молчали. И все это время болтали попугаи, подавляющим в своем преимуществе, состоящий из наших же соплеменников, которые день и ночь занимались только тем, что дискредитировали кабардинскую породу. Говорили о том, что этой лошади больше нет, а если она и есть, то она ни на что не годится. Вот мы, нашей командой, группой людей, которые сюда приглашены, занимаемся тем, что демонстрируем в первую очередь собственному народу, во вторую очередь стране нашей и в третью очередь миру о том, что в мире есть, у человечества есть такая лошадь, уникальнейшая порода. Мы за все это время, которое занимаемся этим материалом, являемся рекордсменами России по дистанционным конным пробегам. Ту скорость, которую мы показываем на 160 километров, никогда никто в истории этой страны не показывал. И это на молодых лошадях. Сегодня об этом еще скажет представитель книги рекордов России. Мы показали результат и задали такую планку в мире, который, по моему глубокому убеждению, если кто-то и способен повторить, то только на этих же лошадях. На этих же. Особенно с учетом тех факторов, которые сложились у нас на этом испытании, на этом научном исследовании. Факторы были очень сложные, суровые. Я хочу вам еще раз напомнить, и мы обращаем внимание человечества, нашей страны и в первую очередь самих себя, на этот уникальный материал, который послан нам Всевышним. Я хочу поблагодарить всех, кто имел к этому непосредственное отношение. И это, конечно, и Александр Зайцев. Это единственное в стране исследовательское заведение в области коневодства. Уполномоченное вообще на регистрацию пород в стране. На исследования, чьи исследования в этой области являются авторитетными. Они нас очень сильно поддержали собственным, соответственно, посещением, своими анализами, материалами. Это все будет изложено дальше в научных работах. Я хочу поблагодарить, безусловно, у нас есть очень уникальный человек по породе. И не только по породе нашей, а вообще в области коневодства. Это Амшоков Хажисмель. Я хочу еще раз, чтобы мы его поприветствовали. Он является главным регистратором кабардинской породы лошадей, сотрудником в НИИКа и вообще опытнейшим ветеринаром. Я вам его, конечно, очень рекомендую. Хочу поприветствовать еще раз наших судей, Надежду Нечаеву, Надежду Купцову. Они нам очень сильно помогли, и люди с мировым именем, их знает весь мир. Если они присутствуют на этом мероприятии, то значит, это мероприятие объективное. Конечно, мы приложили массу усилий для того, чтобы пригласить Книгу рекордов России. И нам очень здесь помог Хачим Шагенов. Это наш глава города Баксана. Я хочу... Хачим Бамхегов, я прошу прощения. Давайте его поприветствуем. Он вроде отъехал. Да. Спасибо ему огромное. Он большой энтузиаст этой породы. Сам спортсмен, молодец. Всадники, конечно, проявили просто львиный дух. И Роберт Кунижев, и Арсен Дудов, и Шамиль Гятов. Конечно, Шамиля Гятова большое преимущество. Он сам член сборной России по дистанционным конным пробегам. Ему, конечно, было легче. Вместе с тем, нужно большое мастерство, даже при том, что есть такая лошадь, чтобы довести ее до финиша. Правильно распределить силы, сделать так, чтобы она не захромала, не споткнулась, не перевернулась. Это очень много для этого нужно, я сам наездник и знаю, о чем говорю. Я хочу поприветствовать наших, конечно, спортсменов, этих наших наездников, которые смогли это сделать. Они вписали свои имена в историю конного мира в целом. Спасибо еще раз всем, кто нас поддержал.
Я хочу вас поблагодарить, это очень важно, никто, вы не обошли нас все вниманием. И это, конечно, огромная веха в истории коневодства в целом, в истории конных испытаний, научных исследований. Мы рассчитываем, что это даст большой толчок нашей породе. Наша порода, поверьте, уникальная, она универсальная. Спасибо большое. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Как ты считаешь, кому было сложнее, всадникам или лошадям? Ну, если исключить Гиата, ваша миля, то остальным всадникам и лошадям было сложно очень. Ну, а кому сложнее вот в этом всем? Я думаю, что, наверное, не очень сложно сказать, я еще раз говорю. Вот если всадники, конечно, были бы такие профессиональные спортсмены-пробежники, то, наверное, тогда было бы лошадям сложнее. Но то, что говорят исследования... То, что мы получаем сейчас с площадки, это уникальные анализы. То есть они говорят о том, что лошади просто восстанавливаются в течение ночи и бегут утром свежие. Но об этом, конечно, будет сказано еще учеными. И они изложат это в своих научных публикациях. Мы все это увидим. Спасибо. Итак, мы переходим к блоку награждения. И... Очень попросил вручить подарок организатору, кандидат исторических наук, человек, который во многом не нуждается в представлении, Асланбек Марзей. Поприветствуем его, пожалуйста. Я хотел бы Артура Сибекова попросить подойти. Дело в том, что он уже сказал в своем выступлении, черкесская лошадь, кабардинская лошадь – это наша история. Как историк я это хорошо знаю, и вот для того, чтобы вновь о ней мир услышал, Артур со своей командой сегодня сделал очень много, и не хочу его лично отдельно выделять, это все-таки командная работа. Благодаря ему и его сподвижникам вот это сегодняшнее действие состоялось, но я хочу пожелать, чтобы у него появилось еще больше сподвижников и соратников в этом деле, потому что тяжело одному человеку такую большую тему двигать вперед. Я желаю тебе, Артур, чтобы у тебя были сподвижники, единомышленники, чтобы твой фонд процветал. Организатору черкесского дерби хочу подарить книгу о черкесском наездничестве, которую я написал много лет назад, и фильм о кабардинской породе лошадей, и пожелать ему всех благ и успехов в его начинаниях. Перед тем, как мы перейдем к награждению непосредственно всадников, я хочу обратить ваше все внимание, что здесь присутствует бабушка одного из садников, представитель нашего старшего поколения. Я думаю, никто не будет против, если мы дадим ей слово. Вновь приглашаем Надежду Нечаеву для награждения наших героев, всадников. Поприветствуем ее!